Здравствуйте, меня зовут Амалик Тая, мне 11 лет. Я живу в городе Москва и тут же учусь. Здравствуйте, меня зовут Кристина Катая, мне 10 лет. В этой комнате будет жить наша собака. Мы купили для нее мячики, с которыми можно поиграть в футбольный, если папа захочет с ней поиграть. И маленький, чтобы она сама играла. Мы умеем ухаживать за собаками. Здравствуйте, это программа «Хочу собаку» и я, Григорий Манев. Наши сегодняшние герои – любители собак со стажем. Раньше, когда-то давным-давно, у них жил пудель. Сейчас – йоркширский терьер. Но семья у них большая, и они решили, что одной собаки им будет мало. Встречайте, семья Катая. Здравствуйте. Здравствуйте. Мама Юлия, Кристина и Амалия. Правильно. Я так понимаю, что вы здесь не в полном составе. Да. К сожалению, младший братик, ему только 2 года недавно исполнилось, не смог тут присутствовать, а папа в командировке. Представьте, пожалуйста, свою группу поддержки. К нам сегодня пришли поддержать София и Ирина. Очень приятно. У вас есть одна собака. Почему вам так нужна вторая? Уже не важно, сколько нас. Ну, в общем, одним да, больше. Много собак, много детей, это правильно. Наши герои с породой уже определились. Давайте и мы посмотрим небольшой сюжет об этой породе. Лежебока по натуре, этот пес готов проспать на руках хозяина хоть целый день. Правда, при этом, как все курносые собачки, будет громко храпеть. Его любимое занятие – целоваться. Он оближет с ног до головы не только хозяев, но и каждого, кто придет в дом. У этого дружелюбного пса есть одна слабость – вкусная еда. Он ни за что не отойдет от миски, пока не отполирует ее до блеска своим язычком. Зато даже ребенок справится с дрессировкой этой собаки. Если, конечно, не ждать от нее исполнения цирковых номеров. Покладистый и спокойный пес может запросто заменить вам гантели. Его вес не превышает 11 килограмм, а рост не больше 30 сантиметров. Это древнейшая, очень красивая порода. Если честно, мне она безумно нравится. Вообще, у меня всегда были большие собаки, но если бы у меня была возможность вот сейчас завести маленькую, я бы завел собаку именно этой породы. Кто-нибудь знает, что это за порода? Давайте все вместе, хором. Мопс, правильно! Это очень интересные собаки, очень контактные собаки, очень игручие собаки. И вот что самое интересное, они могут как и поиграть, так и спокойно посидеть на руках. Со щенком вы тоже уже определились, и вы, в принципе, с ним знакомы. Да, вот так. А хотите посмотреть, что он делает вот сейчас, в данный момент? Да, очень-очень хотим. Ну и мы тоже этого очень-очень хотим. Скажите, пожалуйста, а как вы вот выбирали этого щенка? Мама всегда говорит, что я очень игривая. Я начала выбирать собак, думать над собакой, которая игривая. Ну вот точно такого же, как ты, я понимаю. Да. Да? Похоже. А вот вы пришли, там много было щенков? Ну. Ну и вот как вы выбрали конкретно этого? Глаза. Глаза, зеркало души. Ну вот, ну больше добавить к этому нечего. Вот вы сразу увидели, поняли. Мой. Этот очаровательный щенок, как вы понимаете, пришел к нам в студию не один, а в компании со своим хозяином, заводчицей мопсов Аллой Цицак. По первому впечатлению очень понравилось. Очень понравились девочки. Девочки очень заинтересованы в щеночке. Им щеночек понравился. Им очень нравятся черные мопсики, как и мне. Дальше будем посмотреть, как они сдадут экзамены, который мы им предоставили. Далеко не факт, что вы отсюда уйдете с этим маленьким очаровательным щеночком. Потому что мы должны проверить, насколько вы готовы к ответственности. Все-таки вторая собака. Оценивать ваше выступление будут не ребята в студии и не я, а вот как раз человек, который сейчас сидит с этим маленьким щеночком. Поскольку вы выбрали одну из самых маленьких собак на планете, мы здесь подумали и решили дать вам в помощь одну из самых крупных собак. Встречайте! Среднеазиатская овчарка Гелла и Александра Чеботаева. Саш, у вас не простая собака, а
замечательная дрессированная собака. В общем, не собака, а само обаяние и совершенство. Обаяйте нас, пожалуйста. Пойдем, Зай. Делай. Тыл. Давай. Ныри. Хорошо. Твист. Давай. Ныри. Хорошо. Змейка. Да. Обойди меня. Удав. Делай. Давай, обойди меня. Хорошо. Удав. Давай, удав. Фристайл – это танцы с собаками. Здесь, конечно же, сейчас нет музыки. Это только элементы фристайла. Вальс, 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 вальс. Кружись. Ныряй. Давай. Ой, ты молодец. Хорошо. Какая. Супер. Давай еще. Раз. Да. Два. Хорошо. Встань. Супер. Молодец. Здорово. Итак, наше первое задание. Сейчас, Александра, вы нам оставляете лакомство. И ваше место в зрительном зале. Работай с девочкой. Да, будешь работать с девочками. Вкусняшечки сейчас окажутся или у Кристины, или у Амали. Сейчас кто-то из вас, ну вот кто, вы уже решаете сами. Она. Амали. Я хочу. Тогда тебе нужно будет повторить. Постараться повторить вот те танцевальные элементы, которые сейчас нам продемонстрировала Гела. Выходи на центр. Она не укусит? Нет. Как же она может так, укусить? Стоп, стоп, стоп. Так. Стоп. Пробуй. Стоп. Попробуй сама потанцевать. Так. Гел, стоп, сидеть. За лакомство надо сесть. Хорошо. Добавить печеньку? А ты возьми в одну ручку все лакомство, а вот в той руке, которую ты будешь давать лакомство, оставь только хорошая. Один кусочек. Один кусочек в правую хорошо. Руку возьми, а все остальное. Садись. Так, давай. Садись. Команда садись. Сидеть. 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 Лакомство. Хороший, молодец. Так. Так, теперь дай лапу. Дай мне лапу. Так. Молодец. Умничка, давай лакомство нам скорей. Дала. По одному кусочку так, только так. Давай. А попробуй мне попросить сидеть, Гела. Сидеть. Сидеть. Гела, а попробуй сесть. Попросить. Сесть. Сесть, сидеть. Гела. Сесть. Молодец. Сесть. Ладно, ладно, ладно. Уговорила она. Люблю, не могу. Так. Сидеть. Так. А теперь, Гела, обойди меня. За лакомство, пожалуйста, обойди меня. Вот так. Ты покажи рукой, в которой лакомство. Гелочка, смотри. Опа. Покажи лакомство. И давай обводи, 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 обводи. Вот умничка. Нет, потеряли мы лакомство. Давай еще раз. Умничка. Обошли. Гела, вальс. Так, у нас есть лакомство. У нас есть лакомство, у нас есть Гела. Вальс. Вальс. А ты сама попробуй покружиться. А, как будто бы это твой партнер. Вальс. Так. Я уверена, ты умеешь танцевать. Давай, 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 давай. Вальс. Вот, вот. Молодец, умничка. Хорошо. Подожди, подожди, подожди. Подожди, я уже ела лакомство. Подожди. Так, боюсь, она через мои ноги не пролезет. Через твои ноги она не пролезет. А ты попробуй. Змейка. Умеешь делать змейку? Умеешь, мое солнышко. Давай, давай. А? Опа. Нет, 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 нет. Так, подними ногу. Давай. Да. Так, Гелочка. Так. Так, Гела, стоп. Змейка. Змейка, змейка, змейка. А вот если вот так. Сделать следующим образом, поднять ногу, а с этой стороны показать лакомство. Смотри. Хорошо, пролезешь. Так. Так. Я предлагаю нам немножечко упростить задание. Девочка, иди ко мне, мое счастье. Садись рядом со мной. Сидеть. Это аплодисменты мне или собаке? Собак. Правильно, собаке. Гела, сидеть. Сидеть. Давай мы попробуем сейчас.
на расстоянии положить гелу команды лежать. Давай. Для этого возьми лакомство, дай команду лежать и опусти руку вот так вниз. Хорошо? И одновременно дай команду лежать. Давай. Лежать. Нет. Так. Так. Стоп. Так. Елочка. Стоп. Елочка. Давай, сядем. Сядем. Все. Так. Стоп. И команда лежать. Давай. Лежать. Молодец. Лакомство. Молодец. Умничка. А теперь ты поднимешь руку над головой собаки и скажешь команду сидеть. Давай. Так она собаки? Нет. Можно мне. Давай. Сидеть. Сидеть. Лакомство. Молодец. Молодчина. Умничка. Молодцы. 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 Хорошо. Молодцы. Хорошо. Амалия, возвращайся к семье. А можно мне попробовать? Конечно, можно. Бери лакомство. Бери гелу. Гела. Пробуй. С чего начнем пробовать? Гела. Стой, стой, стой. Так, это вы сейчас танцуете или все-таки стараетесь? Стараюсь что-нибудь. А ты подними руку над головой собаки. Сидеть. Так, не бойся, она тебя не укусит. Сидеть. Думай, Гела, думай. Сидеть. Пожалуйста, сидеть. Сядь, я тебе дам лакомство. Главное вежливость. Пожалуйста. И собака села. Так, ну что, закрепим успех. Держи лакомство. Давай попробуем дать собаке команду лежать, чтобы собака легла. Лежать. Ну, лежать. Это так сидеть. Нужно взять и опустить руку вниз. Лежать. Команду. Пожалуйста. Лежать, пожалуйста. Молодец. Она, кажется, не совсем легла. Она легла. Да? Да. Легла. Она просто такая большая. Так. Будем еще что-нибудь пробовать? Давайте. Может быть, вальс? Держи лакомство. Вальс. И вальсируйте. Но ты сама вальсируй. Вальс. Так. Вот. И собака пойдет за тобой. Все, все. Больше нет. Так, смотри, крестишь, не поднимай руку высоко. Вот, ты прям держи руку здесь, и все. Ай, съела. Съела. Да. На еще. Стой, не ешь больше. Так, вальсируйте. Вальс, вальс. Руку не поднимай. Вальс. Руку не поднимай. Все, вальс. Кристина. Ну, у вас такой вальс получился, прямо скажем, короткий. Ну, полувальс. Ну, полувальс, но все-таки вальс. Да. Ну, вы все равно молодцы. Было много ошибок. Но вот для меня лично главное, что, во-первых, Кристин, ты не испугалась. Ты молодец, Кристин. Я тебя зауважал по-настоящему. А ты что, расплакалась? От радости. Самое главное, что вы честно пытались освоить азы дрессировки. Вы знаете, люди учатся этому годами, десятилетиями. Ну что ж, а окончательные итоги первого конкурса подведет Алла Цицак, заводчица мопсов. Тут нельзя судить очень строго, потому что для ребенка собака породы среднеазиатской овчарки – это очень тяжелая собака, хоть даже она хорошо дрессирована. Есть небольшой недочет. Когда ты даешь команду собаке, ты говоришь конкретно команду «сидеть». Или конкретно команду «стоять». Никаких «пожалуйста», «прошу», «умоляю», «поглаживание». Если ты дал команду, собака эту команду должна выполнить. Пока собака не выполнит команду, лакомство собака не получает. Я сейчас предлагаю забыть о неудачах и настроиться на второй конкурс. Лучше посмотреть нашу рубрику «Ми-ми-ми недели». Баллонки, смотрим!
Такие очень красивые, добрые, милые собаки. Такие же, как и мопсы, и средние азиатские овчарки тоже. Итак, наш второй конкурс. Вы, друзья мои, должны за 10 секунд отгадать, что это за предмет такой. Он, конечно же, имеет отношение к собакам. Но есть здесь один подвох. Нужно очень внимательно посмотреть на него и понять, даже не что это за предмет, а для чего он нужен. У вас есть 10 секунд. Смотрите внимательно и с ответом не торопитесь. Ну, а мы будем вести отсчет времени. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Время вышло. Мы все считаем, что это намордник. А вот это вот... Да, похоже. Намордник на мопса или скорее на гелу, как вы считаете? На гелу. На гелу. А это пристегивается к ошейнику. Но у меня есть еще второй вариант. Так. Иногда, когда люди выгуливают собаку маленькую, это надевается на их тело, на маленьких собачек. Шлейка. Так называется шлейка. Это шлейка. Шлейка, вот. А это пристежка к... для или для поводка, или для ошейника. Давайте, в принципе. Вы правы, это шлейка. Но секрет этого предмета таится вот в этой его части. Если сейчас наша группа поддержки отгадает, зачем нужно это необычное кольцо, я засчитаю вам правильный ответ. У нас есть 5 секунд. 5, 4, 3, 2, 1. Приехали! Время вышло! А? Так. Застежка, наверное, для чтобы это, типа, затягивать там этот поводок. Времени уже было предостаточно. Ну, я думаю, это для машины. В машине его, наверное. Для машины? Нет, в машине пристегивать собака, то есть, ну, я так думаю. Подождите, в машине пристегивается собака, вы это сказали, да? Да, думаю, что да. Ребята, да вы молодцы! Вот это да! Я не думал, что вы отгадаете, честно скажу. Потому что, ну, хорошо, шлейку можно было распознать в этом предмете. Ну, а вот ремень безопасности для собак... И я уверен, что для вашего мопса, если, конечно, вы его получите сегодня, он понадобится. Я им засчитываю правильный ответ на вопрос. Ну, а что скажет Алла Цицак? Тяжелый был конкурс, очень тяжелый. Я тоже, честно могу сказать, что как-то тоже не очень сразу догадался, для чего предназначена эта вещь. 5 баллов, конечно, речи не идет, но самое главное – стремление. Я вам предлагаю пройти небольшой ликбез в нашей рубрике «Жизнь замечательных зверей». Как нужно гулять с собаками? Внимание на экран. Берешь ошейник, одеваешь, берешь под ободок, зацепляешь и идешь гулять. Ей можно еще намордник надеть, чтобы не кусала она. Чтобы одна нагавка не напала на человека. Если собака убежала с поводка, не беда. Можно свистнуть, собака сразу откликнется. Это как у человека зарядка утром, а у собаки выгуливание. Потому что она не может делать зарядку. Да, ходишь до специальной площадки, где гуляют все обычные собаки. Отпускают ее без ошейника, и она там гуляет свободно. Ну что ж, мы прошли краткий инструктаж, как нужно гулять с собакой. И то, что вы сейчас узнали, вам нужно будет воплотить в жизнь. Вы отправляетесь на прогулку с нашей Гелой. Кто пойдет гулять? Можно мы вдвоем пойдем? Можно. Цепляйте поводок. Выдаем лакомство. Ты будешь держать собаку. Так. Вы сейчас выходите на этот кубик. Вы должны дойти до пешеходного перехода. Остановиться, посадить собаку. Посмотреть, нет ли машин на улице. Перейти через пешеходный переход. Подняться по лесенке, спуститься. Обойти лужу и вернуться к маме. Вам все ясно? Да. На старт. Внимание!
Марш! Пошли. Пошли, Гела. Так. Гела. Сидеть. Сидеть. Молодец, лакомство нам скорее. И смотрите, нет ли машин. Машин нет. Пошли. Тогда идите. Пошли. Гела. Пошли, Гелочка. Нет. Заберешься? Поднимаемся по ступенечкам. По ступенечкам. На лестницу. Я все лестницу. Вместе. Троем. Да. Красиво, бодро. А зрительный зал нас поддерживает. Дай, дай, дай. Хорошо. Преодолели мы лесенку. Теперь нам нужно обогнуть. Пошли. Обойдем. Лужу. Обойдем. Пошли. Да. И самое главное мне не искупаться и вернуться домой к маме. Ура! Ура! Это еще не все. У меня здесь для вас есть небольшой сюрприз. Так, это тазик с чистой водой. Аля, вода чистая, а лапы собачьи грязные. Тут мы у нас там есть тряпочка. Пожалуйста, приступайте. Гела, давай лапки. Так. Так. А корм для этого? Гела, лапу. Давай Гела. Лапку. Еще подвинь. Еще ближе. А колбаску? Лапу. Дай лапу. Гела, заставить ее сделать что-то на силу невозможно. А потом можно только колбаску уговорить. Дай ну, лапу. Или использовать Гела. Хитрости какие-то. Гела, немножко. Гела. А может без колбаски меня на низ? Так. Можно тряпочку? Пожалуйста, тряпочку. Пожалуйста, тряпочку. Мама молодец. Мама поняла, что Гелу просто так не возьмешь. Хорошо. Только давайте мы вот Гелочку вот сюда сейчас подвинем чуть-чуть. Хорошо. Вторую лапочку мама вымыла. Гелочка, иди ко мне, мое счастье. Моя ты радость. Если собака не захотела мыть лапы, вы не стали толкать ее всей семьей к тазику с водой. И не стали ее обливать из тазика. Это было бы тоже, мне кажется, не очень хорошо. И, на мой взгляд, вы прекрасно справились с третьим заданием. А группа поддержки согласна со мной? Думаю, что да. Группа поддержки считает, что вы справились со всеми заданиями просто прекрасно. Но решаем здесь не мы, а решает человек по имени Алла Цицак, заводчик мопсов. Алла, прошу вас. Какой же ты красивый. Можете тебя по лапе погладить? Можно? Привет. Привет. Привет, счастье. А как счастье зовут? Счастье зовут Айцы Эра Синсон. Алла, какое впечатление оставила у вас эта семья? Можно ли им доверить собаку? Есть небольшое «но». Если вы обещаете мне лично, не маме, не кому-то, а мне лично, что вы будете помогать маме в уходе, в воспитании, в кормлении, в гулянии с этим щенком, тогда, наверное, я скажу «да». Я обещаю. Я обещаю. Вставать утром, гулять. Да. Кормить. Да. Убирать. Конечно. И дрессировать, потому что в дрессировке вы себя показали очень неплохо. Спасибо. Вы молодцы, девочки. Старайтесь. И также этого ребенка на будущее дрессируйте и воспитывайте, чтобы это была ваша такая же воспитанная собака. Алла, если я правильно понял, ваш ответ – да. Принимайте еще одного члена семьи к себе. Пожалуйста. Ой, ты какой красивый. Только развернись личиком туда. Молодчинка. Алло, маме тоже надо. Скажите, как вам держать на руках вот такое вот живое существо? Маленькое, очаровательное. Теплый, мягкий, плюшевый, да? А кого будете больше любить? Мы всех любим одинаково. Правильно. С
сейчас Кристина сказала самые главные, самые важные слова. Я счастлива. А вот лично я вижу, что счастлив и щенок. Ну а мы с вами прощаемся. Это была программа «Хочу собаку». Любите своих собак и не собачьтесь. До свидания. Пока.